Всем привет, это СБ 1813 или просто Сайм. Продолжаем реакции и угадайте, что Blizzard выкатили. Помните, мы делали реакцию достаточно кринжовую на тему Art of My Son, на вот эту великолепную тему, да, из синематика нашего любимого по Лич Кингу, по Варкрафту. Герман Ли сделал какое-то что-то непонятное, он сделал, чего было только смешно, если честно говоря, реально кринжово. Из Dragon Force, что Герман Ли. Сделал он, собственно, реально Dragon Force какой-то из этой темы, очень такой, типа, очень лажовый, потому что потом мы смотрели еще Dragon Force, и в Dragon Force было не так лажово, как он сделал. Тут внезапно Майк Шинода сам, Майк Шинода из Linkin Park, если кто не знает, да, тоже сделал тему на эту же, как бы, сделал, как бы, на эту тему, как бы, трек. Который, собственно, так же и называется, Art of My Son, и вот только вот, типа, это его будет тема. Кто не знает, кто думает, что Майк Шинода исключительно в Linkin Park как бы тусуется, то нет. У Майка Шинода есть несколько проектов, которые, по-моему, даже так же и называются, где вот он делает как бы и рэп, и какую-то просто суперэкспериментальную музыку. Также он дофига стримит сейчас, у него сейчас основная деятельность — стримы, и там вот они постоянно делают и треки новые и так далее, он же еще продакшеном занимается, еще продюсер. Так что вот от него, на самом деле, я жду реально что-то годное, потому что как бы Герман Ли Герман Лином, вот, а вот от Майка Шинода реально может что-то интересное. Кстати, я вообще без понятия, это Майк Шинода так любит Warcraft, или как они его купили, то есть сколько у них денег. Вот лучше бы они что-нибудь на другое деньги потратили, вот честно. Хотя, кстати говоря, блин, я вам скажу, что я наконец-то играю в Dragonflight, мне он нравится. Но вот, блин, Лич Кинг, нафига вы вообще пытаетесь с ним что-то делать? Кому нужен Лич Кинг, те в него играют. Зачем вы эту рекламу непонятную суете? Ну ладно, хоть какой-то контент от Blizzard, потому что, честно скажем, вот такого контента от Blizzard вообще практически нет в последнее время. Так что, может быть, сейчас какой-нибудь прикольный хотя бы ремикс или что-нибудь такое услышим. Давайте, короче, заценим, что это такое будет. Ну, я надеюсь, будет не так кринжово, как с Германом Ли. Надеюсь. Поехали. Тут, кстати, тоже будет картинка только еле двигающаяся. Ну ладно, предположим. Это Linkin Park. Офигеть. Ну, тут очень не хватает этого вокала, вот этого рэпчанского Майка Шинода. Вот это, кстати, звучит уже охрененно, я вам скажу. Блин, это как будто новый трек Linkin Park, только на тему Варкрафта. Вот это крутой коллаб, я вам скажу. Блин, тут еще прям так хочется вокал Честера, если честно. Блин. Интересно, если бы он был жив, может быть, они записали бы полноценный вокал сюда. Но это была бы пушка. Вот тогда бы Blizzard выстрелили, я думаю. Если бы им Linkin Park записали кавер на их еще и один из самых главных треков из игры. Ну вот просто сравнение настоящего продюсера, настоящего человека, который занимается музыкой, и просто гитарист. Понимаете? Типа вот это охренительный трек. Прям слышно, как он... Опять же, у Шинода в соло написал, типа. И это прям круто. И Герман Ли, который... Металлисты. Безидейные. Блин, охренеть. У меня аж сейчас слеза ностальгии поет от вот такого звука. Ты что, это реально? Это типа... Ну, Linkin Park лучшие годы, я вам скажу. Ну, точнее, не лучшие, а вот пост-метеора, которая была. Вот там они же примерно такое играли. Прям очень не хватает вокала какого-нибудь, прям. Ну, Майк Шинода крутой, конечно. Но все равно я не очень понимаю, нафига это делается. В плане, вот зачем Blizzard это сделали. Так, ну что, вот мы послушали, как написано, кавер. Кажется, просто измененную версию
Heart is My Son от Майка Шиноды, и я уже в самой реакции сказал, что вот это, конечно, в миллион тысяч раз лучше, чем то, что наделал Герман Ли с его Power Metal. При всем уважении Герман Ли и Dragon Force он сделал прям парашу, а вот это звучит очень круто. Во-первых, это звучит как Linkin Park, а Linkin Park это круто, да? А во-вторых, это, ну, типа еще идейно как-то сделано, то есть тут я узнаю и как бы мелодию, собственно, оригинальную вот Art of My Son, да, и при этом узнаю еще как бы вайб именно Шиноды и Linkin Park. Только без вокала. С вокалом бы это вообще, наверное, пушка получилась бы. И, короче, мне вот тут все очень понравилось. Вот такое я даже готов все в плейлист включить и переслушивать постоянно, потому что это круто, круто, мне это очень понравилось. Но самый главный большой вопрос – это типа близы, а вот зачем вы это делаете? Вот ладно, еще с Германом Ли сделали и сделали, да, окей. Вот это вот вы зачем сделали? Потому что я почти уверен, я уже там читал комментарии некоторые, там все пишут, там половина комментариев на самом деле – это Рип Честер. Окей, типа, в чем тут Честер вообще? И как бы если вот эти комментарии убрать, еще половина комментариев типа «вот», типа «слеза ностальгии», как я и сказал сам, типа, да, по Linkin Park, по вот такому звуку, потому что последний, например, альбом Linkin Park, он вообще не так звучал. Мне он, кстати, вот при всем, опять же, уважении к Честеру, да, и уже учитывая, что его нет, последний Linkin Park, вот последний альбом Linkin Park, он, мягко говоря, не очень. Вот не могу его принять. Вот даже все эти Second to Mars принял, Bring Wolf от новых принимают, да. Вот эти все темы с именно попсой и так далее. Я кей-поп начал слушать. Но последний альбом Linkin Park я не могу принять. Он слишком слащавый, он слишком по-дурацки. Просто попса такая, тупая попса у них получилась. При этом, что до этого у них выходил вполне себе неплохой рок-альбом, да? И вот говорю, то, что сейчас мы услышали, это вот пост-метеор, это Midnight что-то там, как у них назывался альбом-то, следующий, не следующий. И вот там уже, ну, типа, там не было мазафаки, но это звучало все равно вполне себе хачево, вполне себе так по-рокерски, да? И вот как вот и должен звучать Linkin Park. И вот тут, вот он так и звучит, только типа переложенный на тему из Варкрафта. И казалось бы, что может быть вообще круче, чем Linkin Park, который сделали тему из Варкрафта еще, да, камера, предположим. Ну, без вокала, с вокалом было бы еще круче. Это круто было бы, если бы это было бы лет 10 назад. Или вот в то время, когда Lich King только выходил, вот это было бы, наверное, вообще вау. А сейчас просто непонятно, зачем это было сделано. Вот кто вообще из игроков, вот люди, играющие в Lich King, реально, вот, может, кто-то из вас, например, играет, вот именно не в Dragonflight, а вот в Wrath of the Lich King. Скажите, вы, ну, кто-то реально заходит на специальный сайт, специальный YouTube-канал Blizzard, что-то там смотрит, слушает. По-моему, всем пофиг. По-моему, все, кто все, что делают в Lich King, это PvP-шится, ну и типа просто балдеют, ностальгируют. Но явно не ждут какого-то нового контента по старому контенту. Что это за бред вообще? Так что охренительный трек, Майк Шинода просто боженька, как бы все круто, мне все понравилось. Даже этот фон вот этот, на котором все это было, мне это, опять же, понравилось, ты можешь поставить на рабочий стол, там все такое. Но главный вопрос просто зачем? Просто зачем это было? Мне не понятно. Но прикольно. Такой, если я себе реально плейлист добавлю, мне очень понравилось эта минута. Вот эта тема круто. А вот Герман Ли что-то не смог. Так что ладно, все. Вот тут, наверное, спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Ссылочка в описании, нравится, сами все знаете. Посмотрим, может еще какая-нибудь будет. Не знаю, какой-нибудь Cannibal Corpse, блин. Будет тема. Кстати, вот от Cannibal Corpse было бы смешно послушать. Точнее, не смешно, а интересно послушать, потому что все-таки этот фанат Warcraft. Короче, ладно, посмотрим, поглянем. Но я вообще так до сих пор не понимаю, зачем это было сделано. Остановитесь уже, делайте вот лучше. Вот лучше бы для Dragonflight чем-то такое сделали, чтобы его как бы популярность повысить с тобой. А как бы с Lich King как бы и так люди есть, кто на него играет. А вот Dragonflight у вас немножко проблема. Хотя, как я и сказал, мне пока нравится на самом деле. Ладно, все, наверное, я пошел и